Можно вот еще раз вот так вот, вот, пожалуйста. Так, вот это вот можно. Мы создали штаб добра, который напрямую взаимодействует со штабом по борьбе с коронавирусом и помогаем одиноким пенсионерам, медработникам, осуществляем питание ежедневное и в целом поставляем защитную форму, маски, перчатки, антисептики и медработникам, и многодетным малоимущим семьям. Я думаю, что вот так, таким образом, когда мы единая страна, где очень много представителей разных национальностей, вирус рассчитывал, и, в принципе, ситуация могла развернуться совершенно с иной стороны. Но мы сплотились, мы стали еще дружнее. И вот именно это радует. Paket mi? Это удар ведь не только по здоровью наций, стран, городов, мегаполисов. Это настоящий удар по среднему бизнесу, в целом по бизнесу, по экономике. Идет очень мощное перераспределение. Мир должен перестроиться на новый лад. В скором времени будут прописаны абсолютно новые правила. Произошел такой, знаете, апгрейд. Кто-то понимает его в лучшем понимании, для кого-то прописаны совершенно иные правила, кто на вершине пирамиды. Это вам перчаточки, ладно? Спасибо большое. Галина Ивановна, это вам. Держите. Спасибо, это от кого? А, здрасте. А я вам передать продукты хочу. Ничего. Давай, давай. Ерген.